Недавно весь день просидел в телефоне. И я читал новости, и вам не кажется, что там сверху за человечеством с облаков больше уже никто не присматривает? Вот что происходит в мире? Люди болеют, страдают, дерутся, конфликтуют. И это я описал только любую новогоднюю ночь. А человек смотрит на небо, да, и он молится, он говорит: «Господи, можешь остановить, пожалуйста, весь тот ужас, что происходит на земле прямо сейчас?» А там сверху. Абонент недоступен или отошел, потому что вы его немножко задолбали. Попробуйте попросить через 1000 лет. Причем его, так скажем, бездействие, оно началось где-то, вот если ты вспомнишь, вот как началась пандемия. То есть до пандемии мы жили и жили, что-то вроде бы происходило. Но потом с пандемией все больше и больше, хуже. Что, почему? Он уволился. Вот, как будто бы он просто 4 года назад перестал тратить на нас какое-то свое время и такое, говорит, они уже взрослые там внизу, только официально им больше 2000 лет. Пускай сами теперь там ковыряются. И мы в первый же день что сделали? Извините, а можно летучую мышь с терияки соусом попробовать, просто так чисто попробовать? Он, конечно, там наверху продолжает делать какие-то локальные небольшие чудеса, там, типа радуги или появление места на парковке, когда тебе очень сильно нужно. А там, где он действительно должен вмешаться и положить конец безумию, он не приходит, к сожалению. Он нам помогал, чем мог, кстати говоря. Книгу правил даже нам подарил, сына нам отдал своего. Наконец, он сделал нас по своему подобию. А что? А мы что взамен ему, как бы? Ну, только и просим, и просим. Сделай так, чтобы доллар был хотя бы по 80. Я хочу съездить в Сербию, выгодно закупиться Зарой. Или сделай так, чтобы Панин больше не делал никаких интервью, иначе он меня спалит. Он был с нами все эти 2000 лет, и все было нормально. Единственный раз он отъехал где-то в 1917 году на 50 лет. Может, в отпуск, я не знаю. А потом он вернулся и говорит: так, вы что сделаете? Так, еще сейчас тоже будет похоже? А они говорят: а мы думали, что тебя нет. Ну, понимаешь, то есть натворили всякой беды. Вот это вот единственный раз, когда он отошел. И вот сейчас он отошел еще раз. И что там будет дальше, непонятно. Сколько раз, вот ты конкретно, кто смотрит это видео, вставал рано утром и начинал прислушиваться в небо, что он там просит у людей. А он просит, он такой: дайте мне попробовать вкусные точка, реально то же самое, что Макдональдс. Помогали, нет? Или он: люди, если вы меня слышите, что поет скриптонит? Плевать на его просьбу. Мы сами хотим, хотим, просим и просим, 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 просим. И он перестал нам помогать. Мы придумываем, кстати, после этого себе всякие разные новые смыслы. Деньги, например. Кто-то там начинает только в них верить. Или карьера. Многие люди думают, вкладывают себя в карьеру полностью, верят только в нее. Великое счастье, кстати, посвятить. Многие думают, карьере жизнь. А потом берешь ножи и танцуешь в своем доме. Одинокая, блядь, рядом. Рядом только собака. И все. Больше у тебя ничего нет, кроме карьеры и денег. А он, может быть, кстати, наверху, и он, может быть, даже не ушел. Он, может быть, просто где-то достал айфончик, телефон или ставит ленту. Понимаешь? Если уж мы в телефоне проводим весь день и не замечаем ничего, то он может там провести всю нашу жизнь и все пропустить. И если он взял телефон и начал в нем ковыряться, то вот это плохо. Мы все в большой опасности. Мы без присмотра.